эмоции у меня, конечно, положительные, потому что я пришел в такой титулованный клуб в нашей стране с большими амбициями, которые с короткой периодичностью завоевывают титулы. Поэтому для меня это очень радостная новость, и как бы я очень рад и счастлив, хочу показывать здесь достойную игру. Больше недели тренировался вместе с командой. В какой форме пришел, как тебе давались нагрузки? Пришел я, скажу так, ну не в самой лучшей форме, но достаточно хорошей, потому что я провел первый сбор с Рубином, потом прилетел в Москву и здесь индивидуально нанял тренера, и мы проводили с ним гораздо такие интенсивные тренировки. Поэтому я пришел в очень такой неплохой форме и неплохо себя показывал. Как тебе упражнения, как тебе задания, которые дают тренеры, как тебе, в принципе, атмосфера в коллективе? Начнем с атмосферы. Очень хорошая, кайф, прям ребята все дружелюбные. Сразу же большое должное оказали мне поддержку большую. Ну, многих я там знал, конечно же, и по молодежной сборной, и так общались со многими. На тренировках все игровое, все на прессинг. Ну, видно, европейская такая школа. Поэтому мне очень нравится. Много футбола, много держания. Поэтому очень, ну, нравится это. Возможно, немножко неприятный вопрос, но в связи с твоим подписанием болельщики стали вспоминать истории, различные сторис. Как ты это проанализировал, какие выводы сделал? Может быть, что ты можешь болельщикам сказать, которые переживают? Ну, я хочу в первую очередь сказать, чтобы они не переживали, потому что сторис, которые были, это было все в далеком прошлом. Это были мои прошлые ошибки. Пришло время двигаться вперед и сосредоточиться на футболе и показывать результат. Ты выбрал 9-й номер. 9-й номер обязывает. Как ты планируешь бороться за место в составе с у нас сильной линией нападения? Керк, Зидор, Камано. Какие у тебя личные цели? Какие цели ты ставишь перед собой? Ну, в любом случае, я пришел сюда не отбывать там скамейку запасных, 9-й номер. Я хочу бороться за место в составе, доказывать на тренировках в первую очередь. И конкуренции вообще не боюсь, потому что конкуренция, она только двигает людей вперед. Но со всеми мне все равно с ними не придется конкурировать, потому что по-любому кто-то будет играть, кто-то нет. Какие-то слова болельщикам ты хочешь сказать? Я хочу сказать болельщикам, что я буду отдавать все силы на поле, стараться, играть за эмблему и не подведу их.